Борги Альбы здесь Педро. Но пас в центр. Пяткой. Опасно. Удар. 1-0. Блистательный гол забивает сборная Испании. И делает это Борги Альба. Защитник. Левый защитник. И здесь уже Веремко ничего не мог сделать, равно как Игорь Шитов, который занял оставленные им ворота. Это Педро порадовал партнера. Начин, само же видя шоки за звучено поведение. Едно отборът на Дания не ни дава да изнесем топката. Този път Николай Михайлов е принуден да изпрати дълга топка от линията на Дания, къде не вярвам да има так обстрел от тази страна, от такава позиция. Може би ще зацентрираме, но все пак да видим. Иван Иванов си запътва към доказателното поле на противника. Георги Илиев е зад топката. Георги Илиев, ако изпълни, със сигурност ще има център. Прекрасно е това видел. Не дотянулся. Хотя так, конечно, если бы стоял он на своих двоих, то так вот легко перебросить было бы достаточно сложно. Сборная Испании. Новый футболист появился под вторым номером. Рауль Альбиоль вышел. Ну а между тем белорусы в штрафной испанской команды. Драгун не успевает передачи. Альбиоль, выйдя сразу немедленно, включился в процесс. И свою команду избавил от неприятности. Глеб, как здорово! А бить-то кто? Педро опять. Les latéraux français ne participent pas.